환영합니다, 관리자님. 저는 관리자님을 인도할 안내자 베르길리우스입니다. 출발할게, 부릉부릉. 지옥으로 출발하지. Всем-всем привет, народ! Большое спасибо, что подключились, и вы вновь на канале Starlight. И мы продолжаем играть в Limbus Company. Компанию Limbus продолжаем наше движение по четвертой главе, которая пока что в непонятном направлении полностью нас уводит. Было на самом деле, знаете, интересно почитать комментарии, где... Вы отчасти, ну, подтверждаете, да, что я не сумасшедший, что четвертая глава в силу своей огромности действительно медленно раскручивается по сравнению с предыдущими главами. Ну, мне просто говорили, что, мол, это самая лучшая там чуть ли не глава во всей игре, она так офигенно сделана. И я такой сижу, 17 эпизодов прошел, и окей. Здорово, хорошо, но не более того. Ну, в принципе, интересная завязка, да. Но прям ничего такого, прям, вау, отвал башки, да, нету. Я думаю, блин, может быть, со мной что-то не так. Может быть, я перегорел. Но нет, как бы так оно и есть. И ждем, как все это дело будет разворачиваться в будущем. Вот. Полный запас энкефалина. Лунаси на 10 круток. Давайте с этого и начнем, тем более, что я хотел сделать вальпургиевый рул. А, смотрите, наубирали здесь всяких этих, которые тут были. Давайте, может быть, нам выпадет чего-то из ивента, кто его знает. Было бы очень даже приятно, да? Там как раз 2 ноября, я не знаю, когда эта серия выйдет, по-моему, уже в районе 2 ноября или даже немножко позже, анонсировали какое-то изменение интерфейса, перебалансировки и все такое прочее. Мы это увидим в следующей серии, очевидно. Давайте смотреть. Ну, что-то жидко как-то. Как-то жиденько. А можно мне эго, пожалуйста? Я вот посмотрел, знаете, ребят, у меня двушки практически все есть. Даже с учетом, что я ничего не покупаю, даже с учетом того, что я не так... объемно играю, да, у меня нету подписки и всего такого прочего, и тем не менее из 32 двушек, которые есть в игре, у меня, по-моему, всего, ну, 27, то бишь, без 5, все 32 двушки, и причем большая часть двушек, которых нету, это ивентовые, которые получить, ну, спокойно можно было только во время действия ивентов, в которых я не участвую. Не участвовал, по крайней мере, до этого момента. Ну, в крупных ивентов. Ну, и, скорее всего, будет 5-5 какой-нибудь. А после 5 главы я тоже его провафлю. Здорово, правда? Ну, это такое. А, что касается трюшек, их всего
29, по-моему, в игре. И у меня их, что ли, 15 или 16. То бишь, ну, в целом, половинка где-то есть. Что тоже неплохой результат, учитывая то, что трешки гораздо реже падают. А вот с эго просто беда. Просто кошмар. У меня, наверное, и четверти всех эго нет. Так что я чувствую, если что-то и выкупать, то максимум ивентовые какие-нибудь идентичности, максимум. А если они обычные, то трогать их не стоит. И выкупать разве что эго, который, блин, выбьешь. Игра, давай. Дала. Дала ничего примерно. Ну, блин, дала бы эго на мерсо какое-нибудь или чего-то вроде того. Напишите, у вас такая же тема с эго, что без их покупок, без... О, боже ж ты мой. Без этой, как же она называется-то, без батл пасса, вот этого вот, у вас тоже было бы их очень мало. Без ивентов, там, прохождения и всего такого прочего. Или кому-то везет больше, чем мне. Потому что если вот так вот посмотреть, тут у меня нету вообще. Тут телеполе, раз, тут ничего. Тут ничего. Тут капоте. Тут содовая. Три штуки. Тут аед. Четыре штуки. Здесь Ardor Blossom Star. Пять штук. Здесь нифига. Здесь Impending Day. Шесть. Здесь две штуки. Семь, восемь. Здесь... А, три штуки. Слушай, нифига, у меня так-то 11... эго, не считая 12 базовых, имеется... Слушай, на самом деле это неплохо. Да, но даже не считая базовых, их там что ли под 50 эго где-то. Так что это все равно маловато как-то. А еще я заметил, что у меня практически у всех есть хотя бы по одной трешке, кроме Фауст. На Фауст вообще нету трешек. Кроме Измаил... И кроме Рози, на Рози вообще супер грустная история, у нее меньше всего идентичностей, и поэтому было бы неплохо бы, конечно, сделать ролл Родион, но, блин, у меня нету этого Лунаси. Да-да, регулярно ходи в Миррорку, скажете вы, и будет у тебя там по 250 Лунаси за один поход, как минимум в первую, да, то есть это можно сходить раз 5-6... И накопить на 10 роллов, то бишь это... Ну-ка, подожди. Они на неделю даются? Да, на неделю 3 захода. То есть за... Ну, короче, при желании каждую неделю полторы можно крутить 10 круток спокойно. А если еще там будут компенсации давать, то чаще. Это дело такое. Сегодня, помимо основного сюжета, у нас запланировано повышение кого-то еще на 3-й оптай. Ну, потому что... Это новая история, новый артик, раскрытие идентичности, чтобы она могла полноценно работать на актуальном контенте или в чем-то поинтересней. И, как я уже говорил, я готовлю W-Corp команду, то бишь у нас full прокачка есть вот W-Corp Pause, да, то есть ее, конечно, можно и на 4-й оптай повысить, но это нужно больше нитей, например. Ну и Мерсо, да, его, конечно, еще по опыту нужно повысить, но это такое, мы еще работаем, скажем так. Ну и фраски на Дон вышли и на Риошу. Осталось там фраски Хунлу посмотреть и всю эту троицу повысить хотя бы на 3-й оптай, повысить их всех на 35-й левел, и будет играбельно. Более чем, ну, учитывая, как мне ребята говорили, что это одна из самых сильных, если не самая сильная тима, которая сейчас в игре существует, но посмотрим. В общем, я думаю, мы Риошу повысим. Вот, вот эту вот неоновую, неоновую Риошу. Да. Посмотрим, что она будет из себя представлять вообще при повышении, вообще в нее опыта не вкидывал. Забавно, что она L3, агент зачистки, то бишь, я так понимаю, чем ниже цифра, тем хуже, да? И при этом она говорит, что ее понизили откуда-то сверху на должность простого солдата. То есть она в понижении считается элитой. Прикиньте, кем же она была в этой вселенной до этого? То
То есть L3 у нас так-то маловато. То есть вот здесь вот L2, вот здесь вот L3, но только из-за того, что, ну, судя по фразам, Дон прям супер ответственный работник и супер отдается своему делу. Мы, правда, ее не повышали еще, но тем не менее. Здесь даже у Мерсо трешного L2. Так, держу в курсе. И у этого L2. Понимаете, да? Это интересно. Причем Дон никто не понижал. С более высокого ранга это прям интересно. Да, она и выглядит как какая-то руководительница жесткая. В общем, давайте мы ее цептаем. Мин скорость повысит с ДДЕДР, что бы это ни было. Смотри, в промежутках с чарджом потребляет весь чардж. И, кроме того, потребляет 3 умножить на 15 минус количество поглощенного чарджа в процентах, чтобы сделать плюс 3 к своим монеткам. Что мне стало интересно. А что, если она поглотит максимум чарджа? Открываем калькулятор. Типа 14. Да? А, ну это минимальный минус будет. Да, то есть типа 15 минус 14 умножить на 3. Это, короче, будет 3% хп, чтобы получить плюс 3 к мощи монеток всех, ну, что имбово. А в худшем случае, будет так себе. Это будет 15 минус 7 умножить на 3. Это, ну, считай, на четверти хп лишится. 24%, вот это уже очень больно. То есть эту штуку надо контролировать, да? И при юзе потребляет 15 чарджа. А, это типа если от 7 до 14 работает. То бишь, если меньше 7, то заюзать невозможно. Или как? А, нет, возможно, но не будет никакого плюса. От 7 до 14 это такой переменный ток, типа. А 15 и больше это гарант без урона для себя. Слушай, вот эту штуку надо контролировать. Это не нужно прожимать автобой, иначе можно умереть от нее. Я без понятия, что это означает. Еще смотри, если монетки, она будет еще больше урона вносить. Если скилл пожирал 15 чарджа при юзе, 5 чардж барьера на себя и другую. Офигеть, это жесть имба. Это вообще жесть. Ну, если она будет срабатывать. Скиллы грейдится. Ага. Ну вот, типа, клинок, рассекающий пространство, тип клинок МК-7. Ну, то бишь, это типа ДРЕ, да? Ну, тут можно как-нибудь, да? Типа, Edge Dimensional Refraction Deploy какой-нибудь. Ну, короче, юзы тот самый жесткую свою электрокатану. Она. Хорошо, давай. Как вообще? Ну, тут будет офигенный арт. Так значит, вы оценили мои способности, тогда меня давайте на нормальную работу отправьте. А не на няньковство вот это вот с обычными чуваками. Я этот арт видел, на самом деле, когда ее презентовали в видосе. Но она не менее офигенно выглядит. Сейчас мы ее историю почекаем, может быть... Этот арт будет там фигурировать. Забавно, что у всех W-корповцев первый арт спокойный в офисе, а второй арт на поле брани, скажем так. Ей же все время хочется, чтобы ее отправили, ну, на работу, блин, на конкретную, а не сидеть в штабе, заниматься фигней какой-то, да? Было дело. Так что ты думаешь? Бля, музыка играет. Нифига у нее? На стильке музон. Вау. Я собираюсь посетить музей, выставку, я посещаю музей, выставку, на которой совершенно новые объекты искусства появляются каждый день. Все, что требуется, это немножко физического труда. Ну, понимаем, она говорила про поезда, как, абсолютно новую выставку каждый раз, да? Я себе музон там играет, я такого не слышал нигде в игре. Жи. Они уникальную музыку для нее написали. Что? Кого? Ну, может быть, она будет, кстати, в 4 главе.
Нет, нет, я не ожидаю ответа. Я не думаю, что кто-либо, кроме меня, вообще, в принципе, на эту запись посмотрит. А, то есть это ее личные какие-то бумаги? Ну, блин, ну она выглядит просто отвал... Отвал заряда W-Corp. Я не знаю, это... Одна из самых прекрасно выглядящих идентичностей, по-моему. Третьим Аптай уж точно. Ну, посмотрите на нее. Кто ее рисовал? Какой-то гений. По-другому не скажешь. Да? Просто считайте это сложной, неупрощаемой... А, типа, вот эту вот бумагу, мои данные. Сложной, неупрощаемой критикой искусства... После посещения галереи. То есть я тут даже не буду использовать эти самые аббревиатуры, потому что тут не сократишь никак. Насколько это прекрасный опыт для нее. То есть ей вообще по кайфу посещать такие места. Да? Я присоединилась к этой компании не по какому-то особому случаю, да? То есть ничего особого меня сюда не привело. Да и нахождение здесь... Не очень воодушевляющим я нахожу, да? То есть, зато здесь можно такие прекрасные виды лицезреть, да, скажи? А когда мне предложили работу агента зачистки, я воспринимал это, ну, просто как обычный контрактик, да? Ну, кроме того, что это не временная работа, да? А постоянную зарплату мне будут платить, ну, типа, да, кушать... Даже критикам, да, что-то нужно. Поэтому, ну окей, поработаю на вас, на W-Corp. Ну смотри, блин, выросло, до какого уровня я здесь, да? Я, конечно, понимала, что корпорация такого размера, ну, крыло, само собой. Под термином зачистка имеется нечто большее в виду. Да, не просто полотерством заниматься. Угу. Но мне на самом деле... Неважно было, чем они там занимаются, пока они меня не раздражают. Поэтому я и подписала контракт. Смотри, история Рёшу, которая на самом деле идеально отражает ее характер и все такое прочее. Как будто бы она не присоединилась бы, если бы к Лимбусу, то вполне могла в W-Corp работать. И ну вот она это и была бы, да? Так что представьте мое удивление, да, когда я вот это вот все узнала, увидела. Когда... Каждый день люди, оказывается, пользовались этими поездами постоянно, без задней мысли. Типа, ну телепорт и телепорт, да? 10 секунд, 10 секунд. А на самом деле оказалось, что это настоящая галерея искусства, запечатлевшая просто, ну типа, выдолбленного этим... зубилом времени. То есть там же тысячелетия, десяти тысячелетия они внутри находятся и превращаются в тканину лютую в этом поезде. Да? Я, конечно, была очень впечатлена тем фактом, как вообще им удавалось скрывать этот факт от публики. И мне в голову пришло три слова. То есть я раздумывала, и пришло три слова. This is it! Типа, вот оно, вот оно. Я когда раздумывала, поняла, что вот оно, это мое. Это то самое, да? То есть она же там говорила в оригинальных фразах. Я ищу истинное искусство, да? Ну, фразы LCB грешника. И вы поможете мне найти место, где истинное искусство будет? Вот ей надо было, не туда устроилась, нужно было в W-Corp, там бы она нашла свое призвание, я смотрю. Да? Я во мгновение ока была так поглощена преследованием и созданием своего собственного искусства здесь, да, что... Ну вот реально, это мое. Что... А, типа, я всю жизнь создавала свое собственное искусство, что... прекратила наблюдать за искусством окружающих, да? А тут вот они сами из себя делают прекрасные скульптуры, и типа, я больше не создаю свое творчество, я хожу в музей. То есть чисто она эстет из Петербурга такой, классический.
Ага, это такое стыдливое откровение для меня, типа к моему стыду. Я поняла, что я так зациклилась на самой себе, ведь если привечать искусство других, это расширяет и углубляет твое понимание искусства создания, независимо от жанра. Ну мы понимаем, да. Она... Мне же, знаете, как-то неловко говорить, что она немного конченая, но в ней вот есть вот... Во всем городе вот такое есть, что и люди, и места сошли с ума, и при этом все это нормально абсолютно. Ну, в этой вселенной. То есть это прям в голове не укладывается. Да? Ну, или это просто азиатский труд, да? А, вот почему мои недавние труды были... Ну, то есть, не очень, да, до присоединения к этой компании. Regurgitation, что это сейчас за слова? Ну, то бишь, я смысл-то понимаю, да, что они не такие прекрасные были, как до этого, что меня начала поглощать... Вапидити. Ну-ка, давай посмотрим. Вапидити. Бессмысленно. Вот, да, банальность, да. Простота, обыденность. Угу. Да. Неудивительно, ведь живое воображение ничего без прикосновения реальности. Да, то есть нужно откуда-то вдохновение брать. Забавно, да, учитывая, что здесь происходит, что мы как будто бы выдержку читаем из какого-то интервью с искусствоведом просто. Угу. Я видела, как они использовали мягкие ткани, чтобы объединить два вагона. Сами стали новой дверью между вагонами. Кого? Один обвил свою плоть вокруг вельвет, ну, вокруг этого бархатной спинки кресла. Создав новое кресло с дополнительной мягкостью, ну, из своей плоти. Да, то есть даже прям вообще творчество. Я говорю, у меня мозговой блок уже на это. То есть мы когда смотрели Лавтаун в библиотеке, мне прям реально нехорошо стало. Ну, честно, без дураков. А сейчас это нормально. Типа... То есть я не то чтобы детенсайднулся, хотя и это тоже. Я просто не воспринимаю, я не пропускаю это внутрь себя. Вот и все. Потому что это дичь. Вот и все. Одна амальгамация из многих, принимающая форму нового организма, извивающаяся, искривляющаяся. Можно ли это... Как это не как искусство классифицировать? Да? А, однако я не классифицирую одно это как искусство. Пока не классифицирую. Да? Не хватает качеств. Его даже нельзя выставить как искусство перформанс. Потому как не было никакого намерения какое-то творчество создать. Да? То есть оно просто как природа, да? Образовало какой-то момент. То есть природа же не хотела создать творческую какую-то фигню. Это просто естественный процесс. Угу. Оно просто находилось там, хлюпало там, без какого-то смысла. И в конце концов... Оно не имеет смысла называть искусством, да? В лучшем случае незаконченным искусством можно назвать. И поэтому я уничтожила, да, сразила их, потому что компания приказала мне, что с ними нужно расправиться, их нужно зачистить, да. Она же во фразах говорила, что какая жалость, что приходится не дозаканчивать их до конца, да, эти объекты искусства, а уничтожать. Ей бы подошла, знаете, идентичность какой-нибудь Елены или кукловода. Я думаю, идеально было бы для нее. То бишь, это прям вот refine art настоящий. Угу. Вмешиваться в процесс создания, да, инкубации искусства не то чтобы мне нравится,
Однако... Ну, типа, что-то уничтожаешь, что-то получаешь, да? В этом плане. И не происходит слишком часто, что приходится уничтожать что-то действительно ценное. Как правило, это ну такое. Угу. Кроме того, мне понравилось снаряжение этой компании, да? То есть это прям чётенькая такая вещь. Ну да, киберпанк, катаны и прочее такое дело. Проклятый клинок бездны. Демонический клинок отражений. Клинок искусства рассекающий. Блин, она просто, знаешь, классический анимешник Хикарь, который вот это вот, знаешь, придумывает вот эти вот названия, чисто, ну, как Мегумин из Коносубы, да, которая всякие несуразные придумывает чересчур пафосные термины, да. У меня очень много идей было, как назвать этот клинок, но в конце концов я остановилась на демоническом клинке рассечения пространства. Я практически наслаждаюсь, когда оно высасывает даже силы из меня, когда я рассекаю незаконченное искусство без должной подготовки. Вот, смотри, даже обосновали вот эту вот способность, да, вот эту вот ДД, не помню, ЕРТ, или чего-то вроде того, что типа нужно чардж накопить полностью. Слушай, а тут на самом деле история довольно... довольно обширна. Это даже приближается к истории Дон Кихот W. А может быть даже немножко больше впервые среди всех идентичностей, что мы смотрели. Действительно, разбираться с объектами искусства без подготовки, да, без настройки разума, это акт саморазрушения все равно, что, да, это все равно, что сбитый, ходить разбивать статуи. Угу. Как бы мне хотелось продолжать заниматься подобной работой, вот поэтому и хочется заниматься полевой работой, а не в офисе отсиживаться. Теперь мы ее полностью понимаем. Чего? Я бы даже сном бы пренебрегла, чтобы работать постоянно. Да, блин, нифига себе! Черт, о чем вышестоящие думают? Это же просто бред! Заставлять меня возиться с этими новичками. Игра, ты серьезно? Она впервые нас... Ну или не впервые, но очень редко такое бывает, когда от второго арта к первому нас переносят. И история продолжается. Слушай, это реально самая огромная история, что ли? Или чё? Посмотрите на того парня там. Он бормочет и бормочет. Ему, ну вот это вот. Ему чё, нравится такая рутинная работа или что? Да? Что за бред какой-то, а? Как он может находить эту позицию интересной, когда, ну, типа, у него есть возможность, да, поприсутствовать в настоящей золотой шахте, да, каждый день? Ну, слушай, тут многие детенсайднутые ребята, и кто-то даже ненавидит свою работу, но чё поделать, да? Я насчет Дон, кстати, не понял, из W, она как будто бы сама не понимает, чем занимается их корпорация, и больше вот как раз таки в теории знает, что они делают, а не на практике. Но, возможно, мы узнаем при повышении, да, как она относится к самой работе, если там будет второй арт. Ну, действительно, про ее работу там, я вроде бы его даже видел, он действительно про работу зачистки, но это будет следующая история через серию, то бишь следующую серию истории не будет. Через серию посмотрим W Corp Dawn, как там будет, ну, а еще там через пару серий будет W Corp Hanlu, к тому времени историю посмотрим. И вот после этого уже можно будет full team юзать, то есть это будет серия 11 или чего-то вроде того. Ну, я сомневаюсь, что мы за это время пройдем четвертую главу, так что все будет нормально, думаю я. Хорошо. Если ему нравится BS, это типа бэби-ситинг, ну, как она уже говорила, типа, вот заниматься вот такой вот фигней, мог бы сам, да, всем этим заниматься, а не вовлекать меня во все это. Угу. Мог бы совсем сам разобраться.
Угу. Как будто бы специально они это делают, как будто бы они позволили этому случиться. То есть ее вот так вот понизили немножко, чтобы она занималась вот такими вот делами, чтобы не увлекалась чересчур работой. Угу. Проклятие. Я теряю, блин, столько всего, находясь здесь, меня это так бесит. Такое чувство, знаешь, что как будто бы корпорации замечают, что тебе нравится какая-то работа, и они как будто бы специально делают так, чтобы ты чувствовал хоть какое-то неудовлетворение от нее. Чтобы ты не увлекался. Вот это вот очень такая любопытная тема, а может быть только здесь так. Окей, на этом мы закончили. Вот тут вот мы остановились, да, в захваченном террористами, как будто бы... Ну, посмотрите на нее, это просто кайф. В захваченном террористами комплексе лоботомии, из которого они просто отступили, просто оставили роботов за собой, и мы туда завалились огромной компашкой, и нам не с кем сражаться, и я такой, и чё? И чё, блин, и смысл всего этого? Ну ладно, мы это увидим, само собой. Блин, какие же вторые арты всегда офигенные. Тут просто без шансов. Но опять, смотрите, сколько у меня модулей, их надо потратить будет сегодня, да? На всякие опыты и все такое прочее. Но нужно W-корпусов прокачивать постепенно. На 35-й у нас еще несколько серий уйдет. До того, как у меня фулл тима сформируется, готовая к работе. А если ее, подожди, на 4-й оптай, что будет? AC, ну это Energy Current, да, или чего-то вроде того. Вот, добавляется, что очень много чарджа дополнительно урон вносит. Ага, лип. Тоже на куче чарджа получает дополнительный урон. А, здесь как будто бы больше сила. Плюс 5 coin power, это же вообще сломано. 7 барьера. Заряженное уклонение, 5 чарджа можно получить. А, типа за 5 чарджа сила плюс 1 этой штуки. И вот он, рассекающий клинок демонический. Побеждая противника, 3 чарджа получает. 3 раза заход. И эта штука... Не, слушай, это прям жестко. Но это столько нитей нужно, это прям нужно выфармливать. Не по-человечески это все. Но опять, зачем? У меня не открыт ни Hard Mirror 2, ни в метрох я не хожу. А без этого это абсолютно бессмысленные механики. Еще раз скажу этим манчкинам, которые желают во всем разбираться без необходимости игровой, просто потому что хочется, я не понимаю вас. Не понимаю, зачем без необходимости стараться? Ну, то есть, если ты ничего от этого не получишь, ну да, вы начнете спорить, личное удовлетворение и все такое прочее. Не понимаю. Наоборот, когда требуется от тебя... Ставит игра когда задачи перед тобой, а не говорит, что убей 5 бактериофагов, которые отлетают с автобоя спокойно. Ну, например, условно говоря. И ты, конечно, можешь усложнить себе игру, сделать ее интереснее, но... Это все равно, что пытаться играть в Dark Souls какой-нибудь на бананах, потому что тебе скучно играть просто так. В моем понимании, не пытайтесь спорить, это имхо мое личное. Вот, а когда действительно сложно становится, интересно и изучать, и вовлекаться, и т.д. и т.п. Ладно. Хорошо, давайте продолжим наш путь, продолжим двигаться по нашему комплексу. Лучший сотрудник, полубой, полусюжет. Мне интересна вот эта вот фигура в конце, которая здесь стоит. Мы там говорили про какого-то таинственного лидера террористов, про некую женщину, которая раньше была одним из лучших сотрудников K-Corp, но потом ее выгнали, и она затаила злобу какую-то, может быть, и решила противодействовать K-Corp, то бишь история постепенно раскручивается. Посмотрим, к чему это дело приведет. Полчаса просто серии прошло, на вступительные какие-то вещи. Ага. Да, 31 уровень. Следуя словам Самжо, один из участников Альянса Освобождения Технологий, это бывший лабораторный сотрудник K-Corp. Да,
для чего организация строит эти машины? И почему они атакуют и терроризируют лаборатории K-Corp? Ну, пока что не ясно, да? То есть, в чем суть этого дела? Но, возможно, мы узнаем. Мы узнаем в будущем. Сюжет будет в начале или в конце? В начале. Продолжаем с Донраном исследовать это дело. Этот коридор последний, скорее всего. А, ну то есть мы прошлись, проверили, что роботов враждебных нету, что можно заниматься. Угу. Когда пройдем его, достигнем дальней части комплекса. Ага, может быть мы там чего-то встретим. Угу. Да. После того, как я заберу мои драгоценные вещи оттуда, я, как и договаривались, передам вам золотую ветвь. То есть золотая ветвь, она у K-Corp спокойно. Да? И они такие, ну мы вам спокойно выдадим. Окей. Говорит, а вы не чувствуете, ну, что как-то все так тебе случилось, да? На гнилушной ноте закончилось. Ну, то бишь, мы ничего и не сделали по факту. Террористы просто сбежали. Никто из них вообще не показался. Мы просто... Это будет самая простая золотая ветвь в истории. Ну, понятное дело, так просто все не будет, скорее всего. Но пока что выглядит так. Ну, это же часть контракта по восстановлению лаборатории, да? То есть никто же не знал, что она будет так. Он так вот глаз закрывает постоянно. Вот почему я постоянно продолжаю вам говорить, мистер Дунранг, что когда вы составляете контракт, вы должны быть расчетливым и хитрым, чтобы в любом случае выгода какая-то для нас была. А вы просто накалякали контракт, типа, просто душно и все. Пока что все очень просто. Да? Ладно, давайте пойдем, давайте с этим покончим. Угу. По счастью, я больше не вижу роботов-убийц здесь. Угу. Однако, перед нами появилась парочка не очень приятных фигур. Как будто бы они ждали нас в конце. Угу. Будьте на страже, управляющий, кто-то там впереди стоит. Так, но мы видели фигуру на карте. Да, но у них вроде оружия никаких нету в руках. Кто это? Может, они сдаются? Может быть, они не вооружены, но вы невероятно слабый и хрупкий управляющий. Как ей удается нас оскорблять и при этом, ну, как бы с уважением? Спасибо, Отис. Спасибо, Отис. Это прям так меня воодушевило. Спасибо. Они с нами разговаривают, интересно? Чё, считать не умеете? Вы по простой сделке... Ну, вас слишком много? Не будь... Чё? Ну вообще, типа, считать что не умеешь, не будь таким ребенком. Ты обсчитал нас на огромную сумму. А! О, вы здесь, черви? Подожди, мне казалось, вы сбежали? Разве нет? Чего? Они так спокойно тут остались? Причем, смотри, у них вот одежда, вот как минимум у нее, как будто бы снята с какого-то кей-корповца. Ну, либо она тоже работала в кей-корп. Просто сейчас это все заляпано символами террористов, да, и грязью. Ну, то бишь, у нее, как у Донрана, вот эти вот белые полу... Ну, белый... белая вот эта вот... Я не знаю... Палат с зелеными вот этими полосками, да, от темного к светлому, черные, белые, вот это вот все. То бишь, они все... Ну, об этом нам говорили, но я просто забыл уже с предыдущей серии, что там было... Они вообще нас не боятся. Тот же самый голос, что из машин раздавался.
И то же самое лицо, что мы видели раньше. Ага. А где другие твои товарищи? Старший исследователь Ран. А да? То есть он прекрасно знает, кто он, старший исследователь. То есть это реально бунтовщики какие-то, бунтари. Бунтари из Кей-Корп. Ран. Ой, блин, я смотрю, ты еще больше помощи, да, запросил, чтобы всю эту фигню разрулить. А, может быть, она типа Дунрану сказала, что типа... Это вас многовато, да, сюда приперлось? Что, типа, вы опасаетесь, да, что столько много людей взяли с собой, чтобы, ну, мы такие опасные для вас? И хватит меня так называть, мы мало с тобой общались, да, когда еще она в Кейкорп, да, в Кейкорп работала. Разве ты не понимаешь, что происходит? Я не до конца понимаю, вот честно признаюсь. Они все эвакуировались, а я осталась здесь, выкупаю, ну, типа, время, ну, понимаете, да? А зачем? Мы же так спокойно исследовали это место. Мы никуда не спешили, никого в погоню не бросили. Тебе вообще не было смысла здесь оставаться. Может, тут какой-то, ну, как бы мини-босс-файт будет? Ну, как с Айдой, например, или чего-то вроде того. Интересно, интересно. Мы думали, так неожиданно нападем. И все же вы заранее знали, да, что мы будем здесь. И сбежали. Ну, это было очевидно, потому что все в курсе, где вы находитесь. И после того, как мы отбили вашу атаку, явно, что мы, ну, не будем время терять. Логика. Потому что вы черви. Посмотрите. А, типа, посмотри на себя. Получил титул лучшего сотрудника и весь такой невозмутимый, весь такой спокойный, уверенный в себе стал. Ага. Залетаете сюда, пытаетесь нас поймать, да, будто бы вы такие все решалы, да? Решалы этого всего, как будто бы ситуация вся в ваших руках. Посмотрите на себя, такая с издевочкой. Говоришь много, блин. Думаешь, ты лучше, чем мы? Ну, слушай, он хотя бы не бросается на нее сбитой с первых слов уже. Ты окружена, как ты и сама сказала. В твоей ситуации тебе бы лучше сдаться, а, подруга? Ну, я сделаю, что имеется в виду, сдамся? Или типа, совершенно ясно, что вы сделаете со мной? Или что имеется в виду? Сдамся? Или типа, let's say I do? Что типа, ну да, я прекрасно понимаю ситуацию, прекрасно знаю, что вы со мной сделаете. Вы нейтрализуете меня, и... едва живой будете держать. Для? Попытаетесь вылечить меня с помощью ваших... дебильных регенерационных ампул. Это типа как пыточная, типа? То есть ее будут одновременно ранить и лечить? Это как скандинавская легенда, да, о Локи, когда он убил Бальдера, его приковали к скале, и приползал змей, короче, и капал ему ядом куда-то, и этой дозы было недостаточно, чтобы убить его, но достаточно было, чтобы он мучился постоянно. Типа вот этого? Да, я такие легенды... Я знаю скандинавскую мифологию. Или как? Да, да, вот будете вот постоянно это повторять, пока не получите ответы, которые хотите. Ну, ну, пыточная, по факту. Я знаю, я типа работала у вас. Звучит как проблема, которую можно предотвратить, если ты ответишь на наши вопросы прямо сейчас. Я что, слишком многого прошу? Он вот серьезно, вот чисто работничек Кейкорп. То есть он прекрасно все это осознает, и каким бы он дружелюбным типа не был, это город, блин. Да, нельзя об этом забывать. Напряженная ситуация. Так
Ей не обязательно было здесь оставаться, камон. Я вообще в этом смысла не вижу. Притянуто как-то. Ну, конечно, ты. Да, чего? А, что типа, я что, слишком многого прошу? Она говорит, ну, конечно, слишком многого, если только ты... Мы не планируем жить как тараканы, да? Кормиться на том, что вот эти вот крошки сверху падают и все. Я так и не понял смысла, почему они в террористов конвертнулись. Что не так было для них в корпорации? Либо типа их реально не устраивала вся эта ситуация, может быть, они какие-то свои работы хотели делать, но им просто не давали этого. Либо, ну, слишком лютый контроль этого всего, либо они какие-то супер темные моменты корпорации узнавали и им заткнули рты, либо чего-то вроде того. Ну, то бишь, классические революционеры, да, ну, типа, диванные. Блин, это просто продолжает она играть на моих нервах. Тараканы, тараканы, блин. Ладно, в общем, устала я играться с вами, Ада. Чё ты, типа, в смысле играться, да? Ты окружена, мы берем тебя. Да, нужно, да, показывайте любопытство только перед тем, что непосредственно перед вашими глазами происходит, да? Таковы исследователи. Или бы она им их учит, да, что типа вы, ну, мы тут стояли, просто болтали, а я не просто болтала, скажем так. Ран. What the fuck? С оглушительным грохотом здание прорезает взрыв. То есть оно заминировано просто. То есть нас сюда заманили всех, и мы тут под обломками сдохнем. А, то есть типа я вас просто забалтывала, да? А вы ничего и не поняли. Типа все, бум! Блин, что началось-то? Все, что осталось, это... обугленная... Подожди, она сама взорвала себя, что ли? Ну, типа, как смертник. Ё-моё. Настолько реалистично. Ну, типа... Блин, больно-то как? Блин, больно! Ну, там написано, что здание пошатнул взрыв. Только этот взрыв сейчас. То есть она решила умереть... чтобы под пытками не находить... Ну, это как бы логично, да, учитывая то, что она... Ну, а зачем она здесь осталась? Я понимаю, игра объяснила, но как-то не верится. С вами все нормально, мистер Лунран. А может быть, она взорвала, ну, взорвала и сбеж... Короче, сейчас увидим. Все в порядке. Кто-то из группы Данте оттолкнул меня в сторону, когда взрыв прогремел. Да? Тот тихий парень с угрожающими глазами. Блин, наш мальчик Синклер растет. Я собирался то же самое сделать, но слишком далеко стоял, типа, я тоже верный, я тоже верный, на самом-то деле. Да, было близко, действительно. После... Или это Дон было, кстати. После того, как они приняли удар за других, Дон, Кихот и Мерсо отлетели аж до колонн, поддерживающих здание. Да так, что у них позвоночники обнажились. То есть они так жестко... Ну, то есть они закрыли спиной, да? И взрыв прогремел, и им просто вырвал куски мяса на спине. Подожди, так Дон... Вместе с Мерсо закрыла людей? Кого? А Дон вообще чуть... А, нет, ее вообще впечатало в столб. И там нелицеприятное зрелище. Слушай, в моменты в такие критические наши ребята стали реально геройствовать.
Ну, во-первых, потому что они умереть не могут, они прекрасно этим сживаться начали. Дант это поднимет, конечно. А во-вторых, они реально стали более, ну, неорганизованными, а более, ну, меньше думать о себе. Как будто бы. Мангсорим опси момль донжил су иссеттан гон 언제든지 되살아날 거라는 믿음이 깔린 덕택이겠죠? Я так понимаю, они прекрасно верили, что вернутся к жизни в любое время. И это заставило их броситься в пекло без задней мысли. Ну, так он в курсе, что мы можем резнуть, если что? Это... чего? Он говорит, типа, это ли не истинная дружба или привязанность? Так? Или наоборот, не из дружбы или привязанности? Сейчас узнаем. Дон ничего не отвечает. Потому как она погибла от того, что обломок от... Обломок, короче, от столба. Ну, металлический штырь в стене. Она на него насадилась и пронзил ее рот, короче. А он живой, нифига себе, машина. Мерсо, ты жив? Но Мерсо машина, ну, типа... Дон маленькая, прям... Надо ее поднимать. Это моя задача, защищать управляющего и проследить, чтобы миссия компании была выполнена. Но Мерсо хорош. Мерсо просто, я не знаю, он один из самых неразговорчивых персонажей, но при этом он вообще не раздражает. Вообще... Он просто хорош, гигачат, ну логично. Должно быть, да. Типа, это ли истинная дружба? У него в голове какие-то мыслишки завертелись, я чувствую опять. Как интересно, вы можете восстановить их тела без использования регенерационных ампул? А, или нет, он Мерсо сказал, можешь восстановить тело без... Подожди. Я не знаю. Ампула по мне так удобнее будет, да, чем каждый раз их возвращать от врат смерти, это знаете ли, так себе. Идейка. Ну, так-то да. Хорошо, а с мисс Шрен все хорошо? А с другими корректировщиками? У нас все прекрасно. Вот этот чел нам вообще не помог. Он и его прекрасная мастерская. Ну, как бы я понимаю, что они при мастерской челики. Они не прям вот корректировщики. То есть они корректировщики, но они при мастерской. Они вот инженеры больше такие боевые. Они бойцы на 100%. Но они вообще ничего не сделали за всю главу. С тобой тоже все хорошо, прекрасно. Ваша группа заблокировала взрыв для нас. Так что с нами все прекрасно. А, ну то есть они их закрыли с собой. Вот почему вы ампулы не взяли. А, ну мы же подготовили для вас. В этих часах особые силы какие-то, типа это сингулярность. Да нет, мне кажется все-таки, что голова Данте это реальное искажение. По факту. Так и есть. В конце концов, я же наблюдал за ними, да, и согласно моему отчету мы их пригласились. Ну да, он же видел нас еще в Холчикине. Все это сюжетно обосновано. То есть они такие, а мы не верили, а оно на самом деле так. Да, получается, все эти ампулы, что я взяла, теперь бесполезны. Ну, нет, зачем? Для мелких каких-то травм или для травм каких-то других челиков, да? Ну, которых мы не можем резнуть, это полезно. По какой-то причине Шрен испускает пораженческий смех и... роняет сумку с ампулами на пол. Так и есть.
для них это была такая перспектива, да, включала меня. Что это, типа, прям такая офигенная сила, превосходящая даже их ампулы. И они такие, типа, блин, такая сила существует лучше, чем кей-корповские ампулы наши. То есть, типа, уязвленная гордость такая. Как будто бы. Фатальные последствия, которые даже можно обратить. И единственная цена, это то, что я просто боль почувствую и все. Ну да. Хотя нет, подождите. Действительно ли это нормально? Что нормально? Что типа боль и все? И откуда это время вообще берется? Которое мы... Ну, слушай, он начал задавать вопросы, как вообще эта фигня работает? Откуда я время беру? Как я воскрешаю? Может быть, мы убиваем каких-нибудь других наших клонов в параллельных вселенных? Может быть, мы смерть обмениваем? Может быть? Или как? Слушай, часоголовый, хватит дур нести. Ну, то есть мы вслух бормочем. Желтоголовая подруга умирает, давай, крути часы. Хитклифф тоже серьезно пострадал от взрыва. Но он, ну, нормально, да? Не при смерти, указывает на Дон Кихот. А, ну он тоже. Поспеши, давай, вращайте часики. Болит просто чертовски. Да, ладно, все. Ладно, все. Делаем крутку. Очередную. Хорошо, а бой-то с кем? Ой, боже. Я их видеть не могу уже. А почему, типа, окружение не разрушено? Где работа с деталями? Ладно. Я говорю, я их уже видеть не могу, этих роботов. Серьезно? Она не перекинула, что? Это реально уже больше 10 батлов подряд, одни и те же роботы. Это кошмар. Я говорю, хотя бы эти солид-роботы были, или как они там называются? Комплит. Ну, короче, вот эти вот роботы, чтобы хотя бы визуально было какое-то отличие. Они тут будут, но будут, скорее всего, во второй волне сразу. Если вот это вот считается под филлерные бои, то я начинаю прям вот, блин, серьезно, на... Вот когда вот на один перекидывают они, это прям бесит. А вот этот вот поезд на них, это увеличивает их шанс на крит, или как это работает? Вот не до конца понял. Или наш шанс. Просто на нас тоже поезд накладывается. Точный удар. Откуда они поезд вообще получают? Они же скиллы поезд не накладывают. Наши способности поезд... Напишите. Мне просто интересно, откуда поезд на них взялся вдруг. Какая задачка будет для знатоков механики. Ну вот, типа, солид, челики. Хотя мы, знаете, вот сдвоенного видели всего лишь один раз, по-моему, да. Мы и сейчас его не видим. Но тем не менее. Знаете, телеполе для Фауста, оно просто прекрасно подойдет под ее, ну, W-Corp-версию. То есть там говорили, что ее стоит на 4-й апсай повышать, чтобы она, ну, прям вот полностью заиграла красками. Наверное, возможно. Я ж, по-моему, еще телеполи повышал на 3-й аптай, то есть она будет прям вообще разрывать. Но вот этот вот удар по возможности в ее L-Corp-версии, это просто развал кабины какой-то, это очень круто. Прям нереально здорово. А, да? Еще вот это вот мне напишите, когда вот они в защиту встают, мы даже когда не перекидываем, вносим урон по цели. То есть я понимаю, что когда уклонка, мы, скорее всего, не перекинем в принципе, да? А когда контратака, если мы не перекинем, то он контратакует нас. Если перекидываем, то... Ну, перекидываем, да? А защита, я так понимаю, атака все равно проходит, но просто меньше урона вносится, да? По-моему, так раньше механика тоже работала. Если я правильно помню. Ну, просто я вообще не пользуюсь вот этим вот защитным дайсом, потому что, ну, зачем... Виндрейд жмешь.
Но опять, когда у нас будет W-Corp команда, нужно будет думать, что мы там юзаем, как минимум, перечитать способности, и как минимум на Рьёшу W-Corp надо будет смотреть. Иначе за 4 неправильных юза её ульты, ну типа, она может сама от себя умереть. Это, ну, не очень вещь. Бактериофаги. Бесконечная. Мне казалось, мы зачистили уже эту лабораторию от этих врагов. Нам же сказали, что больше не осталось роботов. И все. Но тем не менее, игра накидывает еще роботов. Ну, наверное, просто потому что сюжет надо чем-то разбавить, да? Каким-то экшоном или чем-то вроде того. Возможно. Жук. А да? Её стыгернули. Слушай, нифига он её... Подожди, он её с фулл хп распилил, что? Нифига себе. Может, когда хочет. Ещё минус один. Если он 20 выкидывает, 25. 85 урона. 6. 85. Мне кажется, или это 10-й ход, кстати, был? То есть нам же максимум за 10 ходов для Экса надо зачистить. Или как? Ха. Или показалось? Тут не пишут, за сколько ходов мы закрыли. Лучший сотрудник 2. А, ну то есть это вот она и была, да? Все это... О, нифига, ей! Слушай, ну мы треть главы прошли! Ну как минимум по эпизодам, там само собой данж. Интересно, вот тут вот данж будет? И когда эта глава закончится, мне интересно. Нам же никто не сказал. Но это будет чисто бой. Мы встретили Ран, которая раньше работала в лаборатории K-Corp. Но до того, как мы успели нормально с ней поговорить, она исчезла навсегда. Таинственные слова проговорив. И внезапно Шрен выглядит расстроенной по непонятной причине. Вот все это вот завязка вот к чему-то непонятному. Эх, к чему-то непонятному. А у нас было хоть раз такое, что мы экс первого раза не выполнили? Напишите. Но это будет... Блин, серьезно, это будет еще один филлерный бой с роботами. Но зачем, Холмс? Музло пошло хорошее, зато. Но три волны. Зачем, Холмс? Зачем эти битвы? С этими бесконечными роботами. Это как гальку жевать. Ну знаешь, робот, если попадет нормально, он может прям... Не, ну Музло, я не знаю, прям кайфую от него. Типа за 10 ходов все зачистить, 3 волны этих роботов, это ну такое. Не очень приятным. Ну на самом деле, блантами можно это все сделать спокойно. Будет, если что, да? Ну потому что это самый неэффективный тип урона для них. То есть мы вносим... Половину меньше урона, или в два раза вообще меньше урона. Это не особо важно. О, подлетел просто на крутоте. Что-то вот как-то вот она не всегда хорошо выкидывает. Да, Эссе? Типа четвертый ход, так-то. Держу в курсе, 8-8. Это вот у нее низкие, да, Эссе, иногда получаются. Стагер, хорош, немножко не докинул он. Причем Синклер поможет. Сколько их там, 2 осталось или чего-то вроде того? Стагер, минус. Минус. Волна номер 2, тут цельные. Челик, я вот начал думать насчет экс-прикола. Давай посмотрим. Им не нравится блант, откуда его достану вообще? Этот блант. Пусть будет. Это пирс. А, это блант, что?
Что? Подожди. Ну это же типа гарпун. Я понимаю, что она потом подтягивает к себе и делает жмых, но все равно. Ну типа ослабленное эго. Блин, как он бьет. Даже так 35 урона ослабления. Неплохо. Блин, напилилка такое. Удар по возможности. Хорош, хорош, хорош. Перекидываем. Надо реально эго пользоваться. Снэпдрэгон. Удивлен, ну типа, я думал пирс. Всю жизнь думал, что это пирс. Урон. Хотя основной урон, типа, от толчка плечом происходит, или чем она там бьет щитом. Давай, АОЕшку. Тоже блан. Кстати, держу в курсе. Шестой ход. У нас мало времени. Я просто вообще в первый раз об этом задумался, что надо экс закрыть. Потому что противники такие неприятные. Неприятные в плане количества времени на них уходящего. Сейчас будет опять ослабленный. Нет, не будет! Ну да, у него как бы там не так много осталось этих самых моральных очков. 56 урона так-то, слушай. И они все равно не помирают. Вот эти вот способности, которые, ну, не ульта, но при этом может внести урона как ульта. Просто поражает. Его дыхание. Хорош. Без... Они столько атакуют, ну да, как бы там чем больше ходов, тем больше у них, в принципе, остается возможности для удара седьмой ход. Но мы их убьем в этот ход в любом случае. У них там осталось немного. Это вот реально, это просто как камни резать. Какой-нибудь самурай, возможно, разрежет камень по, ну, напополам. 70 урона, ё-моё. Но это так. Не каждый справится. Окей, третья волна. Боже мой. Бесконечные просто. Бесконечные. Давай эго накинем немножко. Вот здесь вот пирс. Справится, интересно. Ну, типа, все эго пронести. Там не так-то много ходов. А их целых 5. Но мы прокачаны с другой-то стороны. У нас есть эго. Сейчас прикинь, какой-нибудь лучший сотрудник 3 будет чисто с боем. Чисто как сойти с ума на филлерных эпизодах. Ну, потому что раньше такого не было. Прям не было. Точно. Снэпдрэгон залетел. Опять. Тут интересно, она вот говорит, этот ублюдок должно быть все вечер жив. Речь про Моби Дика или про кого-то еще. Ну, это мы все узнаем, вы все узнаете. В пятой главе, которая выходит через несколько недель, я узнаю очень не скоро. Да. Потому что вряд ли мы до конца года. А, вот, это закомбиненный тип. Мы вряд ли до конца года-то добьем четвертую главу. Уж не говоря о том, что нужно будет 4-4 пройти и добить второй сезон в принципе. Перед тем, как начинать дальше. Слушай, он довольно. Довольно так себе урон впитывает. У нас 2 хода есть. Прям вообще неприятно, они впитывают урон. Можно застагерить хоть кого-нибудь из них, блин? Пожалуйста. Мы все ультуем, причем правильным уроном, но что-то как-то так себе. Стагер, хорош. Чёрт, вот эти вот комбайны. Может уничтожить? Да, минус один, хорош. Станет больше у нас концентрация атак. Минус 2. Поэтому оставшиеся умрут быстрее. Вот этот вообще конченый тип. Вообще не отваливается. Прям вообще не хочет. Чисто Синклер в одиночку решает вопрос. У них еще
Стагер так низко находится? У нас типа последний ход с ними разобраться. Это тревожно. Давайте огонь из всех орудий. А, вот тут уже не можем. Ну, ладно. Но по идее должны справиться, да? Вы скажите, вот тот момент, чтобы использовать все механики, чтобы использовать команды какие-нибудь, которые правильно тут играют, но... Серьезно? Я просто не тот тип урона использую, и все. Ну, мы застагерили кого надо, и сейчас мы развалим минус большой самый. Да блин, можно... Так, хорошо, стагер. Все, осталось там их двое и как минимум один застагеренный. Но я думаю, тут из-под стагера ему конец. Сразу вжух. Ну да. Это вот прям на тоненького, да? Вот прям на 10-м ходу все это закрывается. Ну, блин, неудивительно, камон. И причем это еще не 35-го уровня контент. Да, то есть максимальный для этой главы. На самом деле здорово, что не так много приходится прокачивать людей. Еще какие-то, смотри, на пассиве качаются, типа Риошу, которую я просто в команду добавил. Возможно, знаете, стоит со всеми ребятами так сделать, чтобы сэкономить опыта немножко. О, боже. Какой последний коридор? Или последний коридор, вот он тут и есть с этой ран. И тут какой-то тайный отход, через который они все сбежали. Бактериофаги, проклятая. Подожди. Стой, давай. Я реально добавлю тех, кого я не юзаю, чтобы прокачать. Я думал насчет того, чтобы 7 команду собрать после W Corp. Когда-нибудь потом в будущем. Давай, я не знаю, вот так вот сделаем. Вот так вот. Ну, понимаете, чтобы люди качались сами по себе. Чтобы мы потом просто взяли и... Ну, на самом деле, вообще там незначительно меньше урона. Не урона, в смысле, незначительно меньше опыта в них вкидывать, но тем не менее. Раз, два, три. Ну да. Ну да. Хорошо. Продолжаем движение здесь, 32 левел. Все, такое же, каким было. Ничего не меняется, абсолютно. Ну, как бы, 3 эпизода, да? На 4.17 начали, 18, 19, 20, как минимум, проходим за этот эпизод. Тоже 3 волны. Сколько можно. Скорее всего, примерно такой же сейчас будет бой. Ну, не примерно, да, все еще зависит от удачи. В какой-то степени. Кто там какие дайсы выкинет? Кто там кого перекинет? Кто там кого застагерит раньше, не раньше времени? Но самое важное — разогнаться. Разогнаться и застагерить этих чуваков, потому что... Ну, они просто неубиваемые. Ну, они не то чтобы неубиваемые, ну, понимаете, я уже сказал. Очень низкий стагер. Ну, шкала стагера. Нам еще нужно увеличить количество атак наших. Накопить ресурсы на пассивки, на эго. Поэтому бой разворачивается медленно. На самом деле это вот похоже на уровни эмоций из библиотеки. Там тоже вот прям вот постепенно все раскрывалось. Минус один. Хорошо. Вот ход надо с остальными покончить. Слушай, давай. Своей атакой вот сюда нападешь. А, ну конечно, да. Я же не решаю ничего. Прям вот не нравится, я вот не люблю. Дайте мне аномалию какую-нибудь, я хочу подумать. Я хочу подумать в геймплее, еще минус один. И еще минус один, остался всего лишь этот... Ну, стагер, смерть, вторая фаза на 5-м ходу так-то.
Приятно. Ладно, у нас атак побольше будет. Пассивки работают, не будем пока юзать эго, пусть пассивками они побьют их. Покупят ресурсов каких-нибудь своих. Дамаг повносят, дебафы им понакладывают там, например. Вот. Но это не проблема. Это не проблема на самом деле, если мы экс не сделаем. Я просто это сделаю когда-нибудь за кадром и все. Чисто на везение. Ну или выбрать каких-нибудь бланд челиков, они совсем в миллион раз проще разберутся. Какую-нибудь Лью команду взять, вот такого у меня не было в предыдущий раз. Какую-нибудь Лью команду взять, они решат вопрос. И все. Сейчас АУЕшка залетит. Немножко уравняем шансы наши, да? Она, по-моему, байн накладывает еще своей атакой. Я вот не помню, 92 плюс тагер. Или там понижение урона. Чего-то вроде того. Минус один. Этому вообще наплю... Ну, в него, по-моему, и не входила АУЕшка. Если я правильно помню. Стагер, хорош. Можно вот этого застагерить? Типа... Без... У него атак миллион. Он то к одному подлетит, то к другому. Не, ну вот эти вот солид боты с пилами... Вот реально на них еще протекшн висит, их хрен убьешь. Все, еще минус один. Хорош, хорош. Восьмой ход так-то держу в курсе. Сомнительно. Учитывая то, что даже если мы сейчас с ними справимся... Ну да, этого мы добиваем сейчас. На девятом ходу мы вступаем на последнюю всю фазу. Ну что-то как-то шансы разобраться с ними быстро. Стагер и смерть. Ну да. Ну да, их тут еще пять, да еще и два, блин, топовых бота. Ну это шансы малы. Но мы это пройдем в любом случае, тут не в этом дело. Просто вот так вот как-то все так себе повернулось. В этот конкретный раз, да. Ну, ты уж знал, да? У нас вся предыдущая глава, ну ладно, как минимум третья глава. Там были челики тоже с уязвимостью от блантов. Тоже знал, что здесь тоже будут с уязвимостью от блантов. Это невозможно было предугадать. Да и как тупо это немножко. Где мое разнообразие? Так себе в него телеполе вошло. Хотя телепол на самом деле, но... У нас всего лишь один ход экс заработать. Блин, как она перекидывает своими соло-монетками. Им же еще вот пояс надо накопить там. Ну, вот эти вот челики, они просто страшные. Они столько выкидывают. Порой. Чисто как мини-боссы. Кинем Пензин Дэй. Блин, на 24 бы выпал, было бы, конечно, пафосно. Жух. Сорокет. Ну, это так себе. Учитывая, сколько он может выкинуть на самом-то деле. Жух. Чпунь. Чисто, когда от нечего делать, за озвучку атак взялся. Да, у них довольно много всего. Вообще, они так себе пострадали, да? От нашего вброса. Но они не умрут в этот ход. Следующий, возможно, но не в этот. Стагер. Но кто-то из них может вполне себе. Кто-то из них может. Например, вот этот типчик. Но это всего лишь минус один. Да, может быть, будет минус два. Сейчас вот телеполе неплохо в обычного залетит. Но это не обычный, как бы это тоже солид бактериофаг. Не вообще наплевать, абсолютно. Так. Как ты выкинула? 4. Лол.
для Стагера у них очень-очень далеко находится, где-то вообще непонятно. Стагер, смерть. Ну да, там, по-моему, осталось как раз-таки два здоровяка. 16, да ладно. Да ладно, опять на единицу перекинул. Ты прикинь, да? Ультой еле-еле перекинул я его. Страшные типы. И такое чувство, будто бы у него там то ли кровотечение, то ли минус урон. И он все равно вносит нормально так. Но мы его сейчас застагерим, скорее всего, с двух-то ульт. Ну да. А еще этот остался, ё-моё. Ну да, 11-й ход, уже там туда-сюда. Но в этот ход они умерли. Ну блин, ну вот этот пуловый считай. Как вообще они не проатаковали его? Интересно, да? Ну все, чисто стагер, смерть. У этого без шансов, он даже один удар как-то пережил. Все, и сейчас все атаки влетают только большого интереса. Вот мне вот прям 22 атаки. Но мы так и так ульту его перекидываем, но все равно. Интересно, все оставшиеся атаки его убьют или как? Ну, по идее, там несколько ульт, так что, по идее, как будто бы должно. Он вообще невпитываемый какой-то тип. 24, хорош. По-моему, еще одна ульта должна была быть, да? 35. А, ну так на нем протекшн висит. Куда? Хотя там столько так, что скорее всего добьем. Удар по возможности какой-то не очень сработал в этот раз. Все, стагер, хорош. Ну и все оставшиеся атаки, я думаю. А, да? Понял. Ну, не знаю, они какие-то долгие противники, совершенно неинтересные. И мы еще Экс, по-моему, реально впервые не получили свой законно заработанный Экс. Верните мне его, но говорю за кадром. Трейтер? Предатель? Кого? История разворачивается. Какой предатель? Да, я первый раз вижу такой значок желтый. Точно? Ну, мне стало интересно. Ну, в прологе у нас, очевидно, ничего такого не было. Видите, мы эти фоны не видели миллион лет. У вас было хоть раз такое, что с первого раза вы экс не набивали? Хоть раз в игре за все это время. Ну, да. Здесь все. Ну да, 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 да. Да, 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 да. Ну и Хелс Чикен, само собой, тут все. Ту-ру-ту-тум. Да, тут тоже все хорошо. Да, это реально наш первый раз, когда такое случается. Ну, как бы и ладно. Догоню это все дело другими чуваками. Ну, или просто перепройду. Наблюдая наш Рен, Отис... Ну, мы идем куда-то, и она так останавливается. Как будто бы ей в голову чего-то приходит. Я не совсем понимаю, что именно, поэтому решаю остановиться и послушать. А, ну то есть она останавливается вместе с ней. Сама Шрен такая идет, немножко в расстройке. Интересно, интересно. Прикинь, Шрен предатель какой-нибудь. И на самом деле она крыса какая-нибудь, работающая на террористов. И то, что мы зачистили это все место, хотя должны были помереть здесь, в план не входило. Если так, то это, ну, просто самая идиотская цепочка, ну, в плане террористов этих. То есть нету никакого логического обоснования таким действиям. И то, что Ран здесь осталась, и то, что она себя подорвала, ну, типа, тут есть смысл, но... Я пока не вижу, ну, картины в этом никакой. Да. И то, что мы должны были здесь
погибнуть, например. Ну, это, если так окажется, я вообще удивлюсь, потому что они отвели отсюда всех своих солдат, по факту. Одних роботов, ну, у них нету солдат, у них роботы одни. Так роботы ничего ж нам не делают особо. Короче, давайте смотреть. Еще по 20 энкефалина каждый трай сжирает. Воу. Шрен, у тебя раны от шрапнели? Ты уверена, что не хочешь ампулу использовать? Мы прям куда-то до глубин дошли. Все со мной хорошо. Что с ней не так? Я не понял. Это Шрен, подруга. С ней все в порядке? У нее, ну, какое-то лицо опустошенное, как будто бы, ну, что-то случилось, да, скажем так. Ну, типа, совершенно не заинтересованное выражение лица, ну, конечно, она не, ну, типа, не настолько, ну, типа, это не, как бы это сказать, нестандартное для нее поведение, да, то есть она такой уверенной же была в своих действиях, что нам тут нужно быть серьезными и так далее. Это странно, типа, что с ней не так, алло? Они начинают чего-то подозревать. По мне так все очевидно. Давай, с высоты опыта своего расскажи. Террористы давно ушли. Все, что осталось, это кровожадные машины, вот эти, которые здесь, ну, с намерением убить нас. То есть тут абсолютно бессмысленный наш поход, как будто бы. Смотри, то есть вот эти вот их символы террористов, это буквально крестик. Прекрасный, которым они заляпали знак Кей. То есть гениально, да? То есть они же типа против Кей-кор, поэтому их символ это красный крестик. Забавно, красный крест. Тут можно СПГС подрубить, но... Вряд ли. Я... Все уже поняла, все решила. Что вы думаете? А что ты решила, ничего не ясно. Отис кивает в сторону Мерсо. Типа, ты тоже понял? Я согласен. Что? Я вообще ни разу не видел... А, ну, окей, ладно. В предыдущей главе они возглавляли группы, да? Готовки. То есть они настолько сблизились, что без слов могут общаться, да? То есть гении мыслят одинаково. Блин, вот эти вот странные пэринги персонажей, ну... В плане их взаимоотношений иногда меня удивляют. Подожди, о чем вы двое говорите? Чел, который научился Риошу расшифровывать, не настолько прозорлив, чтобы понять, о чем не говорят слух? Вау, Синклер, тебе учиться и учиться. Я тоже не понимаю. Среди нас предатель. Сомнений не осталось. Кого? Как вы это поняли? Именно благодаря этому шпиону, в момент, когда мы отбыли, все наши планы перекочевали в руки врага. То есть это все военная хитрость, тактика, они это поняли без слов, да? Потому что они шарят. То есть среди нас крыса, которая сливает инфу. Очень забавно. Я помню, что говорил, что Шрен на ход похожий. Я помню, что одна из серий, когда открывалась этот отдел, ход, не помню, как он назывался, тренировочный, да, в первом сезоне, по-моему, нашей лоботомии, я помню, что я одну из серий называл «Крыса в комплексе», но я уже не помню, к чему это было. Очень забавное совпадение. Чуфу. Чтобы предотвратить дальнейший урон, нужно уничтожить его здесь и сейчас. Откуда вы понимаете? Ну, они думают, что это Шрен? Что типа у террористов не получилось нас уничтожить, поэтому она такая, все, это бессмысленно, их невозможно остановить. Или что? Предатель? Чисто импостер. Это что, Эмогус начался? Или что? Это глава просто. Я... Непонимающе посмотрел на него, как будто бы этот
концепт неизвестен для меня. Хотя, скорее всего, это просто Данте удивило. Так как вряд ли это один из нас, ну, из грешников, следуя логике, подозреваемый — это один из кейкорповцев или ваших людей. Блин, что-то напряжённо. Нам нужно, типа, прервать эту миссию управляющей. Мы позволили себя затянуть в этот бред. Ну, на самом деле, да, мы просто позволили себя затянуть в эту историю. На самом деле, вот так вот, если подумать, мне поэтому и начало показалось довольно сумбурным. Типа, нас вызвали, мы просто ехали на автобусе, увидели какого-то быка на улице, уничтожили, потом... из Кейкорп, типа, ну, типа, приходите сюда, мы хотим с вами повидаться, у нас есть дело к вам, мы приехали. Ну, то есть это как-то, знаешь, сумбурно слишком. Там, понятное дело, были связи с Амжо, были какие-то заготовки заранее, но это такой анимешный сюжет, блин. То есть, я вот как раз сейчас один сюжет чекаю, в котором история гораздо более реалистичная и продуманная. Прикиньте, такое может быть. А не просто, типа, ну, аниме. И я прям вижу разницу. Меня оскорбляет, да, ваши слова. Вы серьезно нас подозреваете? Я думал, что мы можем доверять друг другу, да? Чего? А, что, типа, я думал, ну, типа... Вы в этой компании... Чего? Да. То есть, как вы можете нам не доверять, а друг другу доверять? Вы, типа, меньше года работаете вместе. Вот что имеется в виду. Начал спорить сам же, бросив яростный взгляд из-под его... очков. Я его ни разу в очках, кстати, не видел. Я даже удивился, где очки. Да ладно, Самжо. Их гипотеза звучит удовлетворительно. Я даже сам то же самое бы сказал. Этот Дон Ран. И он такой типа... Хочешь сказать что-то, не так ли? Мистер Дон Ран, блин, вы чё такое? Это группа корректировщиков. Ни разу не использовала регенерационные ампулы с момента, как они прибыли. Вообще они для чего с нами идут? Они вообще нам ни разу не помогли, хотя они такие офигенные. Но по факту. Да, любой боец в своем уме убил бы даже за них. Да, они типа спокойно, нам они не нужны. И еще кое-что, честно, знаешь, Шерлок с помощницей. Или кто здесь кому помогает. Когда мы с Ран встретились, они отошли специально, заранее от этого места. Как будто бы они знали, что взрыв будет. Фига себе, они умны. Они прям так наблюдают за обстановкой. Самый опасный человек — это тот, который меньше всего говорит, потому что он больше всего наблюдает. Ой, да ладно, да ладно. А почему не принять возможность то, что просто моя интуиция такая острая? Слушай, он так прям взмок от его слов, как будто бы не ожидал, что хоть кто-то заметит. Слушай, так подожди, так это же наемные корректировщики по факту. Хотя, знаешь, мастерская розыгрышей. Или пранков. Как можно будто бы выскочить и сказать, а мы крысы на самом деле. Это был пранк, мы работаем на две стороны. Я думаю, это корректировщики с мастерской при ассоца... Ну, при компании, разве нет? А что если мы не использовали ампулы? Лишь потому, что нам просто повезло, да? Не получить ранения, вот и все, да? И мы прекрасны физически.
Но знаете, я принес таблетку правды с собой на всякий случай. Кого? Сыворотка правды. Я уверен, что вы то же самое скажете после ее приема. Кого? А он-то откуда это заранее мог знать? Таблетка типа правды? Красная эта штука? Как я вообще могу принять такое подозрительно выглядящее вещество? Может, вы меня отравить пытаетесь? Да это он по-любому, блин, он так подозрителен был всю эту, весь этот заход. Простите, но разве у вас есть выбор? Как странно. На вашем месте я бы просто принял ее. Если бы со мной было все нормально. А если нет, пытался бы... оправдание еще более отчаянное, как вы сейчас делаете, говорить. Вы себя дискриминируете своими словами, дискредитируете, да? Слушай, может, реально они... они все это время с нами шли? Прикинь? Пожалуйста, игра, пусть это они окажутся. Потому что если так, нам с ними явно биться придется, и мы перестанем биться с роботами, пожалуйста. Ну слушай, так это же та самая мастерская, мы несколько идентичностей имеем. Отсюда. Теперь мы понимаем, на что это отсылка. Интересно, вы так с радостью закапываете себя и увеличиваете шансы на подозрение к вам, что практически как будто бы требуете, чтобы вас убили. Или, быть может, вы решили убить нас всех и просто сбежать? Офигеть, Дунран просто вообще ему... ну... он вообще спокоен. То есть ему наплевать, что это может спровоцировать или чего-то вроде того. Он контролирует ситуацию. Типа, Кромер, да, в чьей хватке ситуация? Нет, Дунран. Вот, его ставьте на это место, ему вообще наплевать. Я думал, работает следователя бумажки писать. А ты выдумываешь здесь. Ты, блин, безумец, какие-то приколы ненастоящие. Нику достает оружие и обращает его к нам. А прикинь, если просто окажется, что, ну, они... не крысы на самом деле, а просто это самозащита. В этом городе все возможно, но походу они. И у них снаряжение такое же, знаешь, как будто бы как у мастерской Юри или чего-то вроде того. Ну смотрите-ка, показали свои истинные себя, когда вас в угол загнали, не так ли? Прикинь, да, как все вообще внезапно. Вообще никаких предпосылок не было к этому всему. Я, блин, секрет свой даже рассказал тебе, как в слот-машинах выиграть. И вот как ты мне отплатил. А, он же очень интересовался этим, да? Они же так пообщались, пока шли сюда. Лол. Забавно, что ему не прописали даже никаких лицевых анимаций. Во, нифига себе, музло. Музыка что-то вообще уехала куда-то. А почему ост в этой главе такой охрененный? Слушай, музыка все больше и больше раскручивается. Она такой спокойной начиналась в лаборатории K-Corp. И как будто бы мы в хаос погружаемся все дальше и дальше, замечается? У нас, кстати, время подходит к концу, но я думаю, мы эту главу сейчас пройдем. Эпизод. И все. Так, ну-ка. Корректировщик из мастерской, бла-бла-бла, трясущийся. Эскалация, трение или чего-то вроде того, тремор, рапчер. Я раздроблю тебя. Ну у них, смотри, у них молотки какие-то, у них, знаешь, такое винтажное оружие, типа тремор, рапчер, уикер, шейкер, сотрясатель, либо чего-то вроде, 4 как бы дайса, тремор, монетки и защита на тремор, синхронизация тремора, что? Флэш, если у оппонента... а, за каждые 5 тремора на них на 1 клэш пауэр меньше. Пассивок нету, что? Но это обычные чуваки.
Если музыка крутая, я прям горделивый. Жри! Накладывает тремор. Усиление вибраций, тремор. Все кончено, тремор. Вас тремор, ребята. Вам бы к врачу обратиться. Боже, как я рад видеть других противников в этой главе, наконец-то. Но они не аномалии, так что придется автобоем. Потому что смысл. Ну ничего. Я думаю, что у этих челиков вряд ли резисты прям офигенные к слэшам. Хотя я вижу эндюр слава, и походу там реально эндюр. А чё такое? Чё, на слэш всем наплевать в этой игре или чё? Ну слушай, они как будто бы разваливаются попроще, да? Ну, чем роботы. Ну, потому что у них стагер, вот эта вот линия, гораздо, ну, гораздо ближе находится. Мы уже одного застагерили жестко. Просто как ситуация... Я просто в шоке немножко от того, как ситуация развернулась. Вот просто по щелчку, на пустом месте буквально. Ага. Ну, то бишь, они... Ля, музыка. Я прибавлю. Как в том меме. Не, ну это кайф, ребят. Тот, кто ОЗ для этой главы писал, он просто гений. Ну вообще, муны никогда не разочаровывают по дизайну и по музыке, вообще никогда. Никогда вообще претензий к этому не было. О, да ладно! Представитель мастерской Нико. А представитель, он типа глава мастерской или он один из... Так он мини-босс или он как босс считается? Он какая-то, наверное, да? Отойди! Тремор накладывает. Одна дайсовая штука. Будет больно, да? Тремор паралич. Ну это типа как ключ, который вот так вот делает. Турбо усиление. От тремора усиливает тремор. Конверсия. Ну. Дрожащая конверсия, либо чего-то вроде того. Тоже на тремор. Вибрирующая... А, типа компрессия вибраций. Забавно, да? То есть это вибрационная мастерская. И у них музыка такая, знаешь, чисто драм-н-бейс такой. Повысим ставки. 20 минус 8. Финальный разогрев. Протекшн и хилит мораль. Спайнер ап. Спайнер это еще как будто бы типа вращалка, да? Резонанс, как раз таки, когда бюрсит, ага, урон конкретный вносит. Короче, сколько монеток орлом выпали за ход, столько резонанса получает. Это что, мини-аргалия? Больше тремора накладывает, чем больше союзников померло. Я так понимаю, я последний, когда он один, получает резонанс и тремор син каждый ход, лол. Походу нет выбора, когда он остается один, ну, ставит метку на последнего юнита, которого атаковал. Следующий ход. И чё? А, ну он его вот контрит, скорее всего. Ну это босс-файт. Технический босс-файт. Стой. Рано, давай. Тогда развалим мелочевку. Ну, я так понимаю, проще не станет, да? Ну, все атаки будут в него в бочину входить, так что какая разница, что он там усиливает. По идее, блин, они двенашки выкидывают еще. Не, ну нифига себе. Куча рапчера. Ну это оружие в виде какого-то гайкоподобного... Ну, этого посоха выглядит так странно. Стагер. Ну и это смерть гарантированная. Тем более, что двойной стагер еще. Не, ну он выкидывает дайсы хорошие. И у него... Линия стагера так себе. Довольно далеко. Но он фатал к персам. Так-то. То есть можно будет вот тут... Хорошо сделать, но нужно остальных убить сначала. Минус один. Сейчас будет минус второй.
Минус второй. Хорош. Этого бы застагерить еще. Блин, Мария нифига не выкидывает. Все. Стагер. Ну, то есть он сейчас будет усиливаться с того, что все померли люто, но это ему не поможет ульты избежать. Да и говорю, в принципе, у него не так много дайсов атак, чтобы контрить все наши атаки. Мы его просто изобьем со всех сторон и все. Типа... Чисто без шансов. Чел без шансов. Сдавайся. Это тебе не поможет, правда, но сдавайся. А, блин, телеполи не туда. Ну ладно. Как обычно, мини-боссы, конечно, это любопытно, но... А сейчас прикинь, он сбежит. Он сбежит куда-нибудь и все. А может быть там еще больше людей. Сейчас прикинь, одна битва с роллспаннерами, и больше их не будет. Потому что мы их всех перебили. И с ним разобрались. Это, конечно, неловко. Блин, как он лупит? Все, минус 7. Он получает... А, так подожди, они сбегают, мы не убиваем их. Мы не убиваем их, лол. А, да? Может быть, где-то здесь конец главы находится, ну, типа, в первой части. И, может быть, мы будем до конца этой первой части с ними биться, ну, потому что уже там нормальные эпизоды. Да, он реально сбежал. Кого? Кого, блин? Слушай, ты чувствуешь, когда в большую часть челиков, противников в этой игре, ну, ладно, не в большую, но во многих, селился дух Филиппа, судя по всему. Да? А, подожди, это 21-й был эпизод, то есть мы 4 эпизода прошли. Предатель 2. Кого? Ну, просто я так смотрю, ну, 3 главы. А мы уже прошли процентов 35 всего эпизода, да? Типа 20 эпизодов из... 20? А, на X. А, ну да, все правильно. Ну, типа, вот это вот я допройду за кадром. Интересно. То есть, говорю, события разворачиваются, как в огромном сериале на 100 серий, пока все раскрутится, пока там персонажей, как фигуры на шахматную доску выставят. Много всего успеет случиться. Ну и как мне там написали, реально, в комментах первая часть — это именно такая вот завязка и постепенное нарастание событий. До кульминации еще нужно дожить. То есть вроде бы эта глава посвящена Исану должна быть там и все такое прочее, а Исана здесь вообще практически нет. То есть омега эпизодически он вообще на экране появляется. То есть помните ту третью главу, где проблематика с Синклером началась буквально в первом эпизоде, когда его рвать начало от того, от понимания, куда мы едем. Помните? А тут... Ну чё, народ, 22-й эпизод, пока, ну, видны какие-то отголоски каких-то моментов с Исаном, но прям супер, ну, супер тускло. То есть тут больше на передний план выставлена вот эта вот проблема с Кейкорб и вот этой нашей разборкой с террористами, которые, ну, не то чтобы вызывают какой-то прям супер интерес. Я признаюсь, я вот когда увидел фигуру, подумал, что, может быть, мы увидим какого-то лидера, например, террористов, что вот он нас будет поджидать здесь, и тут глава закончится. Ну и так как они же в разное время выходили, это типа клиффхенгер жесткий. Ну, увидим, продолжаем двигаться здесь, то бишь мы, в принципе, уже потратили эпизодов столько, сколько было, например, в предыдущей главе, да? То есть там 21-22 было. Сейчас посмотрим. 21-22, да, то есть вот мы бы сейчас уже в данж входили, если бы это была третья глава, а в четвертой главе это даже не середина просто эпизодического повествования. Кого? Да, надолго, что уж сказать. Но увидим, как это будет разворачиваться дальше, прям интересно. Прокатечка там туда-сюда, все это, разумеется, не останется без... Откуда у меня модулей столько? А, я ж, наверное, да, получил с attendance event'а, которым я забываю вообще. Хотя там до 11 вроде, или до 8 числа есть, надо не забывать заходить, короче. Хотя бы сейчас, потому что халява. Ну ладно, ребят.
Я надеюсь, что эта серия вам понравилась, так же, как и мне, получилась она немножко длиннее, чем обычно. И вообще, на самом деле, мы бы успели больше, если бы первые полчаса я не потратил на историю. Да, так что, ну, сейчас, возможно, еще был бы один эпизод, и как раз было бы типа 5 эпизодов за выпуск. Но в следующем эпизоде, как я говорю, в следующей части истории не будет, и там мы успеем пройти больше. Ну а пока что, еще раз, если серия вам понравилась, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, ставьте колокольчик, чтобы ничего не упустить. Ну и пишите ваши комментарии, как всегда будет приятно почитать. Залетайте на стримы или смотрите записи, трансляции, мне было бы приятно очень видеть вас там. Вот, огромное спасибо всем бустерам, вы прям мотивируете жестко на создание контента. Если бы не вы, он не выходил так часто. Ну, как минимум на бусте, я бы не занимался доп-контентом вообще в принципе, скорее всего. Вот, так что даже челики с Ютуба должны их благодарить по факту. Но если вы тоже хотите стать бустером за бесценок, или там на наш Twitch, на Discord зайти и так далее, все ссылки в описании под видео, в шапке канала или в описании канала, где вам удобнее. Ну а мы. Да, увидимся в следующий раз, когда бы он не наступил. Ну и все. Надеюсь, у вас все хорошо. Всем удачи и всем пока-пока.